Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Токэм по видеообзору такого рыма с металлическим кольцом, выполненный из ПВХ, и немножко о его размерах. Максимальная ширина 13 см, максимальная длина 14,5 см и высота также максимальная у нас получается 2,5 сантиметра. Диаметр кольца. Кольцо достаточно, как видите, толстое, 6 миллиметров диаметр данного кольца и 7 сантиметров ширина, и по глубине оно 6 сантиметров. Если смотреть от пластика, от ПВХ точнее, то максимальный размер у нас тут получается 4 сантиметра до внешней стороны. Пропускная способность 3,4 сантиметра. Итак, кольцо здесь у нас не заваренное, не пропаренное. Вот, но при необходимости его можно, наверное, отсюда вытащить и заменить. Обычно в этом необходимости нет. ПВХ, да, материал достаточно эластичный и позволяет зафиксировать данный рым на лодке в удобном для вас месте. Итак, понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.